Ошибка диспетчера могла стать причиной железнодорожной катастрофы в Германии. Как сообщает Бильд со ссылкой на источники в расследовании, диспетчер вручную отключил автоматическую систему безопасности, чтобы пропустить опаздывающий состав, но тот проскочить не успел. Официального подтверждения этой версии пока нет, все ждут расшифровки черных ящиков поездов. Катастрофа в Баварии, напомню, несла жизни 10 человек, раненых больше 100.